И еще одно дикое животное – это кабан. Также коллекция «Дикие животные». Весь такой взъерошенный. Копытцы раскидал. Замечательная залипака. Еще видите такое решение необычное цветовое. Фиолетовый. Так, смотрите. Вот это вот настоящая коллекция диких животных. В нее входил жираф. А вот лось, волк, кабан – это лесные животные. Также лисичка в лесные животные входят. Все-то я напутала. Итак, дикие животные – это вот. Первый, наверное, на сегодня – это жираф. Ой, еще и нос отбила у лисицы. Так, еще в дикие животные у нас входит вот такой вот замечательный желтый ара. Да? Красотища, не то слово. Из горя некуда будет их задавить. Так, а это зебра. Вот такая вот она. Напоминает кольца шин. И также, вот как и носорога мы с вами делали, да? Вот такая вот и зебра сборная. Тоже дикие животные. И дикие животные, вот еще горилла. Вот такая вот она. Вот так вот у нее ручки заведены назад. С большими пальчиками. В общем, красотища еще та. Ну вот и наша последняя залипака. Ой, еще все плохо держится. Это носорожек. Вот такой вот он. Я его заберу, конечно же. Все починю. Да? Готово. А это клубничка. Коллекция фрукты. Еще один необычный персонаж. Вот такой вот у него, видите, сколько шариков, прическа на голове. Также морские истории. Вот он весь такой вот супер-пупер необычный. И похожий на какую-то морскую сирену, русалку. Так, а это залипака. Вот такой вот морской угрь, весь такой волнистый, да, очень яркий. И немножко он у меня запачкался другим цветом пластилина. В общем, вот этих оранжевых пятен у него изначально не было. Время его не щадит. А это грушенька, коллекция фрукты. Вот такая вот желтая, симпатичная, мимимишная груша.